Это когда блины пекут. Проводы зимы. Это праздник, когда пекут блины. Это конец зимы. Масленица – это праздник проводов зимы. Блинами все друзей приглашают к себе в гости. Ну, там играют. Поджигают чучело и праздник. Это обереги, которые берегут масленицу. Ну, мама их сама шила. Ну, я немного помогала. А потом мне что-то, я устала и немного поиграла. Вот что привлекает солнышко, чтоб солнышко зашло к нам в гости. Чтоб праздник начался. Чтобы кушать. Чтобы позвать солнышко. Чтобы отпраздновать масленицу. Очень сложный. Это будет сложно-сложно узнать. В бокс. Там играет, кто быстрее съест блинчик. Кулачные бои, но сначала строят вот снежную крепость, бросаются снежками, но не чтобы было больно, а ну, чтобы была дружба, чтобы было весело, вот. А когда уже снег заканчивался, ну, снежки, вот, там уже снежную крепость разбирали, ну, и уже кулаками бились. Яйца, молоко и все остальное. Да-да, все остальное. Там нужна мука, яйца и еще изюм. Там туда надо яйца, молоко. Надо взять молоко, налить в кастрюлю, взять два яйца. Потом муку и взбить венчиком и взять сварить их, потом перекладывать, переворачивать и потом перекладывать на тарелку. Ну там должно быть, ну, сухие сливки там. 2 стакана теплой воды, 2 яйца отдельно. Молоко мы не добавляли, а добавили. Ой. Люблю с икрой и с творогом. Еще со сгущенкой. С вареньем. А еще? Мясо. Потому что я очень люблю мясо. Но сахаром больше всего. Ну, мне иногда подходит гусёнка. На сковородке, ну, там наливают тесто, ну, как обычно. Как всегда. На сковородку наливать яичко и потом жарить. Переворачивает, что получился круг. Ну, сковородка же круглая. Ну, как же она может не круглой быть? Вот поэтому получаются вот такие вот круглые блинчики. Из соломы. И у нее очень твердая одежда. Сжигает ее. Зажигает его. А зачем? Чтобы отпраздновать масленицу. Это чучело зажигают и, ну, получается, там разбрасывают пепел, ну, по полям, чтобы был хороший урожай. Это 1, 2, 3, 4, 4 круга, а вот треугольнички – это их платочки. У них нет улыбок, потому что это народные куклы. Пугало делают из всех.
всяких старых платков дырявых, а потом берут и сжигают его. Они делают своими руками, так перемешивают и ставят, ведь они варятся и... Там это, я смотрела Олимпиаду, санный спорт. Строила вот из таких матрасов вот на лестнице. Вот потом скольжение делала, пробовала на подушке, на собаке. Вот такой вот большой, вот такой. Ну, это игрушечная такая собака, бабушкина была, подарила уже. Вот, никак на подушке не прокатила, но на собаке уже была, вырисовывалась. Вот, ну, когда пошла, мы хотели пешком. Вот, я только начала строить, и как пошли. Ну, сначала мы пришли раньше всего. Вот. И стало мне так интересно ходить. Однажды. От души вас поздравляем и сердечно приглашаем прямо к нашему крыльцу, к нам на масленицу. Убедитесь сами, угостим блинами, на сметане пышками, пирогами пышными. Мы февралю помашем, марту здравствуй скажем. И зайчики мама для пальчиков делала, они тоже без улыбок.